выучите соответствующие слова. Why didn't you, why? Почему ты не телеграфировал? Off a sudden, внезапно. Dirty, грязный. Bus, ванна. Shower, душ. Suitcase, чемодан. There is nothing like hot bath. Нет ничего лучше горячей ванны. I'll run some water into the bath. Я пущу воду в ванну. Sponge, губка, мочалка. Soap, мыло. Soap, dish, мыльница. Bath, soap, банное мыло. Towel, полотенце. Underwear, нижнее белье. I've already taken my things off. Я уже разделся. Never mind, ничего. Выучите этот диалог. Why, John, why didn't you wire that you were coming, old man? Ой, ну вы посмотрите, Джон, а почему ты не сказал, что ты приходишь, старина? Had no time, it happened all of a sudden, you know, I'm afraid I'm quite dirty, may I have a wash? Не было времени, это случилось внезапно, пойми, жизнь такая приходится. Извини меня, я очень грязная. Можно помыться? Yes, certainly. A bus or a shower? Which would you like? And just give me your coat and hat. Да, конечно. Что хочешь? Душ или ванну? Дай мне свою пальто и шляпу. Thank you. Can I put my suitcase here near the hall stand? Да, могу ли я поставить мой чемодан возле вешалки? All right, I'll take it to your room later. And now we'll go straight to the bathroom, shall we? Да, хорошо, я возьму от него в твою комнату позже. Теперь иди прямо в ванну. Теперь мы идем прямо в ванну. Ну, разве не так? Yes, let's. I think I'd better take a hot bath. There is nothing like hot bath when you are tired, you know. Да, пошли. Я думаю, ничего лучше нет горячей ванны. Ничего лучше горячей ванны, ты понимаешь. Quite right, I run some water into your bath for you. Here is a sponge for you. 100%. Я налью горячую воду в твою ванну, вот для тебя губка. Thanks, which soap shall I take? Какое мыло надо взять? That piece is the green soap dish, it's bath soap. Там в мыльнице, там специальное мыло для ванны. All right. Oh, I quite forgot to take my towel, my underwear out of my case. And I have already taken off my things. Хорошо. Я забыл принести мое полотенце и смену белья с моего чемодана. А я уже снял свои. Never mind. I'll bring you everything you need. As to towel, there is one on the towel rack. Nobody has used it yet. It's about a bath towel. Не беспокойся, я принесу тебе все, что надо. Насчет полотенца возьми там на полке для полотенца. Никто еще не использовал. Кстати, вот и ванное полотенце. Oh, thank you, спасибо. Not at all, не за что. Come to the kitchen after your bath. We'll have coffee and then I'll show you around the flat. All right. Иди на кухню после ванны, мы выпьем кофе, я тебе покажу всю квартиру, хорошо. Внизу еще выражения, желательно, чтобы вы их запомнили, то есть обкатайте в разговоре. Still cleaning up, все еще делаешь уборку. I've already dusted the room, я проветрила комнаты и вытерла пыль. The breakfast things, посуда после завтрака. To wipe the dishes, вытирать посуду. A tea cloth, посудное полотенце. Cutlery, ложки, вилки, ножи. To scrub the pots and pans, чистить кастрюли, сковородки. To peel potatoes, чистить картошку. Learn the following dialogue. Good morning, still cleaning up. Привет, дорогая, что убираешь? I've already ate and dusted the rooms, and now I'm going to wash up the breakfast things. Won't you come into the kitchen with me? Я уже вычистила, проветрила все комнаты. Теперь я собираюсь помыть тарелки после завтрака. Ты не хочешь пойти на кухню со мной? Certainly, I'll help you to wipe the dishes. Where is your tea cloth? Конечно, я помогу тебе помыть блюда, имеется в виду тарелки. Где находится ткань для протирания? Тряпочка для протирания посуды. There is no need to wipe them, I put them to dry on the rack here. Нету нужды их протирать, я их положила сушиться на полочку здесь. Do you let me see the rack? Oh, that's a good thing, I'll tell mom to buy one too. Well, what shall I do?
Ага, уже сделан. Так, проверю на полочке. Да, хорошая вещь. Скажу матери купить. А еще одно тоже. Так, что мне делать? You can clean the cutlery and I'll scrub the pots and pans. Would you like to help me with the cooking? Так, помою ложки, ножи, вилки. Я почищу кастрюли, сковородки и так далее. Не хочешь ли ты мне помочь с приготовлением пищи? I'd love to, but I'm a bad cook. I'm afraid still I can peel potatoes. Ну, я бы это, в принципе, хотел, но я такой плохой повар, я боюсь. Ну, ладно, все-таки я могу начистить картошку. Very good. Please peel these potatoes and wash the vegetables. Очень хорошо. Почисть картошку и помой овощи. Окей, сделаю. Новые слова тоже хорошие. The wrong key, не тот ключ. Doesn't fit the keyhole, не влезает в замочную скважину. Let me help you off with your coat. Дай мне пальто. Peg, крючок. Goodbye.